Поехали. Как минимум. Идет запись, мы снимаем свой видеорепортаж из поселка Научный. Вон Димас едет на машине к нам. Кого мы спасаем? Вот, спасаем мы из камня Наутилуса большого. Вот Юра держит за него перчаткой левой руки. Вот он, собственно, сейчас я наведу на него резкость. Вот такой Наутилус Цимотоцерос сегодня удалось найти. Достаточно вот крупный. Мы его загружаем, да. Это тут у нас отложение резанской свиты, гатериф, гатерифский ярус, нижний мел. Сейчас мы еще тирку уберем. Чисто любительское, да? Расстроимся, убираем его. Вот такими методами приходится добывать окаменелости. Ну а я напоминаю, что мы работаем по отложениям резанской свиты. Здесь они имеют раннегатерифский возраст. Резанской фазой начинается в Крыму воланжинапский тангрессивный этап. То есть с этого момента и позже отчетливо видно, что этиантетис постепенно начинает углубляться. Такая тенденция сохранится до конца нижнего мела. Нижний гатериф в Крыму такой, сложнофациальный. Фации меняются с севера на юг. Резанские отложения полностью выклиниваются к северу, где, возможно, существовала в это время суша. Кстати, о том, что суша была неподалеку, свидетельствуют многочисленные находки в Научном фрагментов окаменевшего дерева. Хорошо известен коралловый риф этого возраста, наблюдаемый в Первомайском карьере. И вообще коралловые постройки в это время любят селиться на диабазовых интрузиях юрских, что мы наблюдаем к югу от Симферополя еще, например. К югу и западу коралловые биодермы сменяются областью рифового шлейфа до 11 метров мощности с преобладанием обломочных известняков, образованных за счет разрушения рифовой постройки. Ну и в районе Научного мы уже видим, что эта фация переходит в более глубоководную толщу чередования известковых песчаников и элевролитов. Таким образом, для раннего гатерифа можно выделить три фациальные области. Мелководная биодермная постройка на севере с палеоглубинами до 40 метров, относительно глубоководная область 100-300 метров глубины на юге с преобладанием песчаного материала, ну и промежуточная между ними. Причем здесь наблюдается очень быстрый рост палеоглубин в направлении с севера на юг. Тогда я снимаю репортаж, а ты грузишь. Грузите аммониты бочками. Покатится мне туда, да?